Впервые в Бурлинском районе появился кабинет психолога. Консультации и помощь оказывают в городе Аксай. К слову, число обращений на сегодняшний день превысило 17 тысяч. Стоит отметить, что для жителей в кабинете все виды услуг оказывают бесплатно. Все подробности далее. Чаще всего за консультацией психолога обращается молодежь. Здесь помимо профессиональной поддержки им предоставляют и другие услуги. К слову, кабинетам тесно налажена связь с госучреждениями, специалисты которых также активно пользуются помощью специалистов. Помимо индивидуальных сеансов здесь предусмотрены и групповые. Люди с особыми потребностями, у которых есть дефекты речи или слуха, вместе с сурдопереводчиками работают. Приходят также студенты, школьники, молодые психологи. Мы для них проводим тренинги и семинары. Особое внимание уделяем детям и их родителям, а именно их взаимоотношениям. Ментандаган Омер – такое название носит тренинг, который подготовили в центре специально для молодежи. Для них, к слову, это имеет большое значение и, безусловно, должно помочь в будущих свершениях. Так считают сами парни и девушки, пришедшие сюда. Один из них – Сиябуш Елеубай. Он далеко не первый раз принимает участие в подобных мероприятиях. Каждый человек приходит в этот мир с определенными целями и задачами. У каждого есть свое место в жизни. За время жизненного пути он преодолевает разные трудности. Они нужны для того, чтобы стать успешным, чтобы серьезно вырасти в психологическом плане. Контингент у психологического центра большой, и те, кто проходит здесь обучение и получают опыт, в дальнейшем планируют у себя открыть такие же кабинеты. Сюда обращаются не только бурлинцы, но и жители соседних районов и даже областей. Вопросы к специалистам самые разные. То, что открываются новые кабинеты психологии, это очень важно для всего общества. Позади времена, когда людей пугал поход к психологу. Сейчас от желающих нет отбоя. Записываем по графику. К слову, 30 минут на одного посетителя – это мало. Нужно хотя бы час или полтора. За это время нужно расположить человека, узнать о его трудностях. Ведь главная задача психолога – завоевать доверие. Двери в центре всегда открыты для нуждающихся. В настоящее время услугами специалистов уже воспользовались более 17 тысяч жителей. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.